Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби герои. Так, ну что, во-первых, ребят, я не могу понять одного. Герои, вам нужны новые карты для создания колоды, они у нас есть. Бесплатные наборы, цветущая радость, можно будет получить в магазине в течение там ограниченного времени. Зайдите в игру и не пропустите. Где эти наборы? А, вот он. Вот он. Друзья мои, я думал, что меня кинули. Я заходил буквально вот вчера, и этого набора не было. Ну что, давай посмотрим, что нам в одном наборе. А, три набора. Ну, хотя бы три, я думал один. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Естественно, на легендарную карту, ребят, я не рассчитываю. Это я тебе точно могу сказать. Так, мегаредки, и, наверное, на этом все, да? Так, ну да, ребят. Обычно вот, когда халяву тебе дают, ничего ты там ценного не найдешь. Поэтому давай-ка мы пробежимся лучше по ежедневным заданиям. У меня тут еще даже не законченные. Так, нанести огоньком 20 единиц урона, разыграйте 3 баба и выиграйте игру с солнечным героем растением. Мне уже бросает вызов. Ребят, я не успел зайти в игру, и мне уже вызов бросает. Ну давай, попробуем. Подожди. Так, воу. Бро, ну ладно, давай посмотрим. 13 уровня мне кидает Пенелопа вызов. Ну что, давай смотреть, получится ли у него выиграть. Так. Ну, тут понятно, да? Я, пожалуй, здесь пропущу ход. Ага, вот так вот, да, значит? Мне бы не хотелось бы мага ставить, ты понимаешь, в чем дело? А у меня, по ходу дела, выбора нету. Давай я сделаю вот так вот. Огурец. Так, друзья, ну тут... Тут что мы сделаем? Мы сделаем с тобой вот так вот. Ага. Ты случаем не читерок ли, браток? Скажи-ка мне на милость. Что-то уж больно как-то много у тебя вот этих вот зелебоб. Блин, и они все попадают. А ну-ка давай сделаем так. Ага. Все на этом? Блин, он сейчас заморозит же меня. Наверняка, ребят. Или горошина в лоб. Одно из двух. Давай так вот разбросаем этих ребят. Ну куда ты встал? Ну почему на воду-то не встал? Засранец и мелкий. Ну почему ты не встал на воду? Вот ты мне объясни. Вот это. Давай сделаем так. Ага. Ну, поехали тогда. Почти всех он не уничтожил. А давай сделаем так. И вот так. И еще вот так. Ну, допустим.
Этого мы вырубим. Так, любой сундук убирай, только не колдуна. Значит, это замораживаем. Поехали. Так, ну что, у него сейчас будет горошина наверняка. Либо заморозка, тут одно из двух. Прячем этого сюда. Давай-ка сделаем вон так вот. Семь хп у него, семь хп у меня. Так, у нас здесь еще колдун. Я надеюсь, он не первым появится. Мне нужна какая-нибудь заклинашка. Дешевенькая. Огурец, это не страшно. Так, этого огурца мы в минус. Угу. Отлично. Как бы нам лучше сделать? Наверное, вот так вот мы заморозим здесь. Здесь лупанем. Вот так. И, наверное, сделаем вот так. Ребята, 2 и 5. 7. Я ведь не ошибаюсь. 7 в лицо прилетит ему сейчас, да? Ну, что и требовалось доказать. Набрал себе этих, набрал себе огурцов и... Мог бы выиграть, на самом деле бы. Если бы у меня немножко другие бы карты выпали. Ладно, друзья мои. Ежедневки, так, что я там, я уже забыл. Капитаном Огоньком. Ребят, для меня... Капитан Огонек, это просто какой-то, я не знаю, это жесть. Это жесть в том смысле, что... блин, целая орда бананов. Комочек. Ну давай попробуем, фиг с ним, давай попробуем. Пару поединков сыграть за него. Я тебе могу сказать только одно, что... Сколько бы я ни играл, я постоянно проигрываю за него. Постоянно. А там может быть одна победа из 5-6 проигрышей. Ну, вот так вот получается как-то. Как-то так. Опять же, друзья, смотрите. Мне нужно 3 энергии, чтобы выставить вот этих двоих. Потому что... Угу. Ну хорошо. Ну если я его поставлю, он же его раздавит, ведь так? Давай проверим. Если у него будет камень, он его потратит, ребят. Ну или потратит какой-нибудь суперудар. Мы можем поставить на вот это растение плюс 4 к атаке. Если аж прям так вот захочется нам. Ну, у него есть валун. Предсказуемо, ребят. Вопрос теперь в другом. Есть ли у него еще валун? Вот что меня интересует. Если у него есть еще валун... Ага, вот так вот. А здесь можно сделать вот таким вот образом. То есть мы в ответку ему, да, влупили.
Это Буби Про, как никак. Так, Ваня, привет, я желаю удачной битвы, спасибо тебе большое. Сейчас посмотрим, кого он поставит. У нас есть фруктовый микс, ну это так, на крайний случай. Потом мы сможем поставить банан. Вот он что делает. Да не может быть, чтобы была тут у него спортивная колода. Не может этого просто быть. Ну давай ты там уже. Ну что ты вот сидишь, думаешь, у тебя ноль энергии, что ты там? Не, ну если у тебя за нулевку, конечно, он вытащил кого-нибудь. О! Вот это уже интересно, друзья. Сейчас посмотрим, поведется ли он на наш орех. Или кто это? Бобовый это? Горошин-боксер. Но мы его можем сдвинуть. Мы его можем сдвинуть и... Да, обоих, в принципе, сдвинем, да и все, ребят. Сюда вот его подвинем. Этого вырубим. Ну, как-то так хочется мне сделать. Так, хорошо, что он потратил, ребят, еще один валун. Потому что следующим пойдет у меня банан вот этот вот. Ну, он может, конечно, его усилить, если у него есть усиление. Но ты видишь, он этого не стал делать. Огурец нам ставить сейчас бесполезно, он не пробьет стражника. Хотя, если мы сделаем... Не буду рисковать. Поставлю, наверное, банан все-таки. Поставлю сюда банан. Этого... Блин, подожди секунду. Угу, вот так он решил сделать. Хорошо, я сделаю тогда вот так вот. Что у него может быть? Вирус там какой-нибудь? Не, ну вирус ему не хватит, понятное дело, ребят. А то, что мы с тобой добор будем делать, это да. То, что мы будем с тобой добор делать, это да, это хорошо. Пошел прокачивать. Он пошел прокачивать. Ну, а мы с тобой сделаем тогда... Блин, у него может быть что-нибудь такое, значит, неприятное. Давай я сделаю, наверное, вот так. И вот так. Ага. Ха, он решил вот так вот сделать. Ладно. Я не знаю, сработает ли у меня. Да, сработал щит. 3 единицы урона, да? Значит, сюда бомбим. Такс. Ну, понятно. Я попробую, ребята, сделать так, чтобы он этого ничего не добился. Сделаем так. И вот так вот. Посмотрим. Там я не знаю, кто у него сидит. Ага, вот кто. Ореху этому как обздарики, да? А, ягоду уничтожил. Ага.
Ну, этот в любом случае погибает у нас. Он делает здесь бессмертие. Слушай, нет, мы еще поживем. Мы еще, ребят, поживем. Он сдался. В коем-то веке, друзья мои, у нас выиграл Капитан Огонек. Но я, по-моему, не нанес 21 с урона, если я не ошибаюсь. Сколько там у нас? Да. Но зато мы разыграли 3 баба. Так, нам придется еще раз сыграть за Капитана Огонька. Хочем мы этого или нет, нам надо будет их выигрывать. И здесь у нас еще и бессмертие. Я даже не знаю, как быть-то. Бессмертие. Нет у меня первого хода, у меня только второй ход максимально. Да и то сам видишь, кто. Он сюда же его поставил, да? Давай я его бомбану, что ли? И вот так вот сделаю. Так, у него могут быть летучие мыши. У него, да много кто у него там может быть. Давай так поставлю. Так, он ставит сюда зомби-астронавта. Наиглупейший ход, как по мне, ребята, был сейчас у него, с его стороны. Смотри, что у нас есть. Так. Ну, давай поставим... Блин, ягоду нельзя сюда. Давай сюда ее поставим, ягоду. Вишня. И вот так еще сделаем. Ага. Он берет дополнительную энергию до конца хода. И ставит сюда зомби-астронавта. Так, ну что, ребята. В лицо. Этого уничтожаем. И еще в лицо. Виноградина у нас появляется. Ну что, мы этих бомбанем, наверное, я думаю, да? Как-то так вот. Ну, здесь у него понятно, у него сработает защита. Он вытягивает карту. Берет еще одну энергию. Я на следующем ходу поставлю, сам понимаешь, кого. Будет ли он летучую мышь выставлять? Да, он выставляет на воду зачем-то. Дело его, ребят. Летучую мышь я оттуда вытащу. На лаву поставлю. Да, и можно и банану, в принципе, шлепнуть. Так вот сделаем. Угу. И в конце ставим банан. Ой, банан, господи. Виноград. Все равно ставим виноград. Интересно, пробьем или в блок? Пробили. До свидания.
Я бы все равно, ребята, его ушатал бы. Ну, сколько он мне нанес бы? 9-11 урона, да? 11 урона я бы получил бы, 11 урона. У меня там 16 хп. 5 хп было бы. Этого бы, возможно, не уничтожил бы, но помешал бы ему нанести урон. Вот. А того бы я уничтожил бананом, летучих мышей. У него там оставалось всего лишь 2 карты. Как-нибудь мы инициативу перебили бы у него. Так, и последнее у нас задание — это выиграть игру солнечным растением. Солнечным растением, да? Значит, получается, солнечное у нас — это вспышка на солнце. Опять мне кто-то там бросает вызов. Все, хорош. Так, орех у нас тоже солнечный. Давай, наверное, тогда за орех сыграем, ребят. Раз орех у нас солнечный. Можно было вспышка на солнце сыграть. Ну, вот я захотел почему-то за орех поиграть. 26 ранг, это Алтрея? Или как там? Алтея? Алтея. И что-то, ребята, колода... Только хотел сказать, что-то колода меня не радует, и почему-то он сдался. Играя за бесенка, он сдался, ребят. Принеся мне при этом халявную победу. Ну, что я могу сказать? Ладно. Давай тогда ежедневку сделаем. Вот этот вот взгляд в будущее. Посмотрим. Цитрон собирается выпустить кукурузного пса на газон. К счастью, зомби стратегического колора ржавого разряда, прикладная наука, смогут ему противостоять. Погнали. То есть получается, что я за ржавый разряд буду играть, да? Угу. Прикладная наука. Ну давай так начнем. Угу. Хорошо. Следующий пошел. Что ты нам вытянешь за карту? Ландшафт. Вот это вот плохо немножко, ребята. Мне как бы не совсем нравится. Что он там может сделать? Давай я поставлю так и вот так. У него уже может быть могила Ед, верно же? И он неуязвимость еще тратит, ко всем прочему. Хорошо, гаденыш. Превращайся в кого-нибудь нормального. Господи, ну в кого ты превратился, а? Давай сделаем так. Пес смердячий, да? Давай сделаем так, наверное. Да и вот так, скорее всего, я, наверное, буду, ребят, прокачиваться по этой системе. 3-2, еще 5 в лицо, блин. Нет, не 5. Только лишь 3. Хильнемся. Так, насколько помню, этот чудик вылазит, сразу начинает атаковать, да? Нет, парень, нет, этот ландшафт не для тебя. Захотел чего на халяву, блин. Ну да, 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 Шпинариус этот достанет кого хочешь.
Как лучше, наверное, вот так вот все-таки сделать. Ну, давай так сделаем. Так, я надеюсь, сейчас блок-то хоть сработает еще. Нет. И что он там предпримет? Ничего! Сейчас кого-то превратит. А, стенарик ставит. Так, мы уже прокачивать будем его? Будем. Сейчас они у меня еще превратятся в кого-нибудь. Это уже достал там просто атаковать нас. Поэтому давай отнимем у него способность. О, хорошо, ребят, как. Вот это уберем отсюда. Вот так вот. Почему вот этот, интересно, ребята, не спрятался? Я что-то не понял. Он сейчас его превратит. А почему он не спрятался-то, эй? Но ему все равно крышка, ребята. Что бы он тут не делал бы. Так, и добиваем. Обычно этот гаргантюа, он прячется в могилу. А он почему-то не спрятался. Я не знаю, ребят, почему он не спрятался. Должен был. Но он не стал. Ну что, давай партийку, наверное, еще за бесенка сыграем и будем закругляться на этом. И будем на этом сегодня закругляться. Ну, давай, 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 родной, ищи кого-нибудь мне. Ты понял, да, что через один день и 7 часов у нас заканчивается сезон. Надеюсь, в этот раз будет лучше, чем в прошлом. Потому что в прошлом сезоне мы не получили ни одной легендарной карты, к сожалению. Давай так, наверное, сделаю. Лучше бы, конечно, на воду бы ты упал. Лучше бы ты, парень, упал на воду. Ну, заклинашек у него хватает, ребят, так что по этому поводу можно не сомневаться. И что он делает? Вот что он делает. Так, ну давай сюда поставим. Перемещает, да, сюда? Понял. Так, значит, сейчас мы ему бьем в блок. Сейчас мы ему бьем в блок, да? Угу.
Не повелся все-таки гаденыш, да? Там берет какое-то растение. Любое, рандомное. Что он может сделать? Так, рикошет кого? Этого пирата? Угу. Так, ребят, 6 энергии. А у него уже может быть банан или еще что-нибудь в этом роде, да? Давай так сделаем. Ты запарил, парень. Семь и два, девять, да? Девять в лицо, ребят, мне прилетит. Девять в лицо. Надо было все-таки вот этого ставить. Ну, надо было, не надо было. Тут уже... Я же не знал. Я знаю, что бета-каротин обычно, ребят, ставит очень много могилоедов. У нее могилоеды. Просто в последние разы, когда я играл, именно могилоедов была просто тьма. И такое ощущение, что как будто специально такого противника подобрали против меня, чтобы он именно мои могилы просто уничтожал. Ну, давай так попробуем. Фиг с ним. Нет у меня первого хода. Начинается что-то. Начинается, ребята, опять трихомудия. Поехали, будем. Будем что-то пытаться изобразить, друзья. Не знаю, что мы тут будем пытаться изобразить. Кстати, тебе это ничего не напоминает? Мне это очень сильно что-то напоминает, ребята. Еще один боксер. Так, ну это следующий, ребят, кандидат на вылет у нас. Это следующий кандидат на вылет. Значит, что мы делаем с тобой? Ставим вот так вот. Этого мы выкинем. Что он тут сейчас хочет влепить? Опять орех. Так, этого выкидываем, короче. Поехали. Так, один. Но он же может заморозить, так? Он может заморозить. Нет, он немножечко по-другому, ребят, решил сделать. Сейчас мы с тобой тут попадем как раз ему под бусину, да? Или под заморозку. Так, ну что, друзья мои. Теперь только вот так вот. Фига себе тут надгробие такое. То, что он этого поставил, это все ерунда, ребят.
В любом случае погорелец это будет. Ну да, да. Поехали. Давай, на воду, пожалуйста, на воду встань, на воду. Да ты, блин, какой-то идиот, блин. Чё ж ты на воду-то не встал, придурок? Три в лицо. Ребят, надо прописать ему три в лицо. Ну, допустим. Здесь тоже ты поставил. Так, ну что, поехали. Этот живет у нас, да? Так, этот погибнет. Этот погибнет. Так, вот сделаю. Понеслась. Уничтожает зомби. Так. Рикошет случайного. Кого ты отрикошетишь? Ребята, вот это вот что? Это как называется? Твою налево, блин. Так а что я здесь сделаю? Я ничего уже не сделал. Все, хана, приплыли. Он взял мне просто вот этого, убрал с поля боя. Хотя если он расставил этих, бы ничего бы не изменило бы на самом-то деле. Абсолютно ничего бы не изменило. Но самое главное, что он его убрал. Так, бесенок, что-то ты бесишь меня. Ты меня бесишь. Слушай, запарил ты уже, а? Ё-моё, блин. Сказал же нет, твою налево, блин. Чё-то бесенок два раза подряд просто сфейлился. Да как так-то? М? Друзья, как так может быть? У него, ну, по крайней мере, эта вот колода, которая... Там шанс выигрыша, но большой. Я просто спеклась. Не, ну это перебор, друзья мои. Так. Есть валун. Есть удар по башке. Есть выкидывание. Нет, Джорген. Пока мы до этих дорастем. Очень много, ребята, времени пройдет. Плюс 5 и 5 безумия. Ну, неплохая карта. На добивку вообще самое то, да? Нет, 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 парень. Ты нам не нужен здесь. Ты лишняя здесь, так скажем. Ну что это? Ну что это, блин? Ну...
вы поймите, что вот это сейчас бесполезное барахло, потому что я не могу этим воспользоваться сейчас, в данный момент. Слушай, ты запарил меня всякой трихомудией здесь. Да и они издеваются. Они просто-напросто издеваются надо мной, блин, как хотят. Ну и что-то там кого. Дело дрянь, но я вот так вот сделаю. Этот цветик здесь не должен существовать. Только не говори, что у тебя есть поедание с наименьшим хп. Ну, огурец поставил, ребят. И сейчас еще и сожрет его, да? А, у него вытягивание двух карт. Угу. Давай я так сделаю, наверное. Хрен его знает. Как тут еще лучше сделать-то? Это 6. Это 6, да? Мы потом можем с тобой их синхронистку поставить. Так, синхронистку, да? Давай так сделаем. Ну бомбы-то должны же быть у него. У него вон что, у него есть получше, чем бомбы. Серьезно? Я думал, он сейчас синхронистку подтянет к себе, чтобы хотя бы ее уничтожить там или кого-нибудь. А он просто взял сюда тупо и переставил. Но я не знаю, друзья мои, но это, по-моему, было с его стороны вообще опрометчиво. Нафига ты ее ставишь на свободную ячейку, которую ты не прикрываешь? Ну, потеряешь ты это растение, ну, черт с ним, сохранишь себе жизнь хоть как-то. На следующий ход, может быть, что-то придумаешь. Он взял ее и поставил как раз туда, под открытую зону. При этом нанося всего лишь 5 единиц урона. При почти там фулл хп. Ну, я не знаю, ребят. 43-й ранг, уж должен был догадаться, что... Ну, ладно, может быть, он просто неправильно нажал. Как бы. Бывает такое, ребят. Твою налево, зомбот. Чего тут только, блин, не... Зомбот, девятый этот, блин, ну куда... Ну что это, ну что вот это такое, а? Иди отсюда. Знаем мы ваши эти разгоны. Давай-ка без них. Я не удивлюсь, если сейчас еще один подсолнух. Нет, не будет. Подсолнухов на сегодня не будет, да? Нет, гриб. Нет, грибок.
Без разгонов, еще раз говорю. Эх, друзья мои, пока ничего не могу сделать. Могу поставить только вот так. Ну, он у нас сейчас хомяк. Опять огурцы, твою налево, а. У нас опять огурцы. Два зомбота, блин. Тьма тьмущая огурцов, блин. Будем флакон, ребята. Дело дрянь, вообще дело дрянь. Ну что это, ну? А вызывать я кем буду, блин? Кем я буду разгоняться, ребят? Ну, ё-моё. Сейчас наполучаю тут. Сейчас схомячит его. Понятно. Хилку дай. Дай мне хилку. Ну что прикажешь делать-то мне, ё-моё. Ребят, ну тут заведомо проиграл уже все. Тут никак. Зомботы, вот это вот. Ну нахрена вот это вот мне все на самом начале-то, ну. Я сдаюсь, друзья, это бесполезно. Какой-то бред. Какой-то бред. Надавали кучу гаргантюа. А чем я их должен вызывать, блин? Мне не дали ни гаргантолога, никого. Понимаешь, да? Так, теперь попробуем, блин, за кого попробовать, ребят? Давай, наверное, за этого. За этого и, наверное, все, ребята, будем закругляться. Так, Бонг Чой. Травяной кулак. Травяной кулак. Кулачок травяной. Ну, допустим. Так, он сразу с добора начинает, да? Ладно. Ну а фиг ли мне этот флакон? Флакон я пока даже реализовать не смогу. Нету, ребята, возможности у меня сейчас что-либо сделать. Хм. Давай, попробуем тогда сделать так. Орехом прикрылся. Ну-ка, давай так сделаем. Ну, конечно, сейчас будет выставлять единички свои.
3-3-6. Я не знаю, там кто появится. Я не знаю, если у него могила еда, если я поставлю вот этого. Там уже надо будет смотреть. Кто там появится у нас сейчас? Посмотрим. Гаргантова. Гаргантолог, друзья, появился. До этого утырка не достать мне, не дотянулся, ребят. Сменчик. Ну и чё, кого он там выкинет? А, он никого не выкинет. Ох, честно, получаю я, друзья. Да, замех. Не достали мы до этого хламона. И он нам все испортил. Абсолютно все. Так, ребят, я хотел последнюю игру. Ладно, давай за растения. Нет, не хочу за растения играть. Давай попробуем, знаешь, за кого? За заразительную сальцу. Сами прекрасно знаете, ребят. Играю сейчас за всех. У сальцы что у нас там? Колода на танцульках. Танцы. По-моему, танцы, да, ребят. Ну, знатно, конечно, меня сегодня прокатывают. Вообще с картами просто не пруха. В руку не идет то, что нужно. С Гаргантюа вообще, ребята, второй бой просто подстава. Дали много Гаргантюа, а чтобы уменьшить их количество, ни Гаргантолога, ни зомби с флагом нам не достался. И просто разнесли. Но я тебе скажу одно, ребята, что этими колодами, которыми они в данный момент играли, все колоды, это подсмотренные колоды, друзья. То есть и они не сами их придумали. Они их подсматривают. А я никогда не играю подсмотренными колодами. Я сам создаю себе и... как бы... и как бы вот так вот. Потому что все колоды, которые вот сейчас были, и на орехах вот это вот... потом что у нас было? Вот первая, да, колода, которая была. Опять же, ребята, опять же рандом. Если тебе с картами повезет, с начальной рукой или где-то к середине рука, если у тебя попрет, то да, ты можешь разнести практически все. Но если ты уже чувствуешь, что уже потерял, как говорится, на поле боя преимущество, то ты, хоть ты что делай. Если, конечно, тебе каким-то макаром, ребята, чудом каким-то просто не фартанет, тогда да. Ну давай поставлю его. Я никого тут ставить не хочу пока. Не вижу смысла, ребят. Просто не вижу смысла. Сейчас можно что-нибудь влепить. Можно поставить вот так. Можно поставить вот так. Ну, ерундой занимается. Дело его, ребят, пускай хоть что делает. Вылупляться ты будешь у меня или нет сегодня? Бобовые. Так, ребят, а там мне нужно ждать какого там? Четвертого хода у меня пока нету, как ты видишь. Такой возможности.
Да ну, я сомневаюсь, что он на бобо будет играть. Случайно ему выпал, наверное. Похоже, что не чисто случайно, да? Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, этого заберем отсюда. Зачем я место освободил, ребята? Да вот, для вот этой вот штуки-дрюки. Даже тратить пока не буду. Так, еще один, да, у него тут чудило. Потерявшийся, так скажем. На него тоже найдем, ребята, управу обязательно. Пускай тут шаманит. Так, ну что я могу сделать? Отлично. Чё, бобовые? Я так понимаю, да? Бобовые, ребят. Придется нам вот этого все-таки хмырёныша ввалить, друзья. Получится. Опять в блок мы ему будем бомбить сейчас, да? Получается. Как тут сделать-то лучше? Давай сделаем так. Понятно, что в блок мы ему бьем. Распределяет картишки там, да? Распределяет. Он мне бьет, ребята, в блок. Вот так вот даже ты делаешь. Как тут лучше сделать-то мне? Давай посмотрим, сможет ли он всех их завалить. То есть здесь прочерки. То есть сам понимаешь, да? Он будет бить в первую очередь в лицо, а не в противника. Вот ему нужно сейчас уничтожить и при этом... Ага, ну выкидывает кого-то. Кого ты выкидываешь? Выкинул этого. Смещает? Куда? Кого ты смещаешь? Ты серьезно, блин? Ты серьезно? Вот такого, ребят, я просто даже не ожидал. Я просто такого не ожидал, блин, прикинь. Да, друзья, ну вот. Бывает вот такая вот штука, что ему 2 хп оставалось, он как-то вывернулся. Вызвал этого, плюс... Я только одного не понял. Он же, по-моему, использовал одного. Один этот орех, который сдвигает
карту. Наверное, ему вытащилось, когда он делал эволюцию. Наверное, так. По-другому как? Не может же у него быть две карты таких способностей, я имею в виду. Ну что, друзья мои, давайте на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.